Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил 2020 год годом молодежи в Ульяновске. Чего не хватает молодежи? Что хочет она от властей? Узнаем на улицах города. Ну, наверное, мест, где можно хорошо проводить время. Здесь, ну, слишком мало таких мест, где можно с друзьями встретиться и погулять. Да, я думаю, не хватает пропаганды здорового образа жизни, законодательное ограничение количества пивнушек на территории жилых, спальных и остальных. Наверное, как хотели ввести возврат 13% от покупки абонементов жителям. И так вот на голову быстро не приходит больше на ум. Вот, наверное, основной момент. Сейчас же очень популярен стал кей-поп. Аниме-культура, может, больше таких вот мероприятий? Больше спортплощадок. То есть, чтобы могли сами как-то себя развивать люди. Вот. Работа хорошая, высокооплачиваемая. Наверное, так. Не знаю, развлечений вроде хватает. Кафе, рестораны, какие-то другие места, где можно отдохнуть, есть. Вечером город весь пустой, мертвый, а на развлечений досуг как-то надо организовывать. Ну, клубов спортивных у нас, кажется, хватает. Больше мероприятий в городе, то есть это подобие Дня города или 9 мая. То есть те же фейерверки, то и развлечения для народа. Что-то в таком духе. Развитие малого предпринимательства, как мне кажется, потому что сейчас мы приехали, мы хотим улучшить этот город. Я, например, приехал из Москвы, живу здесь, родился здесь, учусь в Москве и хочу, чтобы город стал более популярным, чем сейчас. Я думаю, что если это будет год молодежи, то, значит, будет много создано программ для развития молодежных организаций, для создания юношеских каких-то комплексов, тех же самых спортивных, творческих, художественных. Вот. И будет уделяться большое внимание именно развитию молодежи. Мне кажется, нужно проводить больше мероприятий, как общеобразовательных, так и развлекательных, или, например, направленных на искусство. Вообще, недавно проходило мероприятие, «Сотка» называется, это танцевальное мероприятие было с батлами, довольно интересно. Мне бы хотелось видеть больше таких мероприятий. Мне кажется, всего хватает абсолютно. Я думаю, больше спонсировать мероприятия, чтобы молодежь уезжала в другие города, в другие страны и показывала наши успехи. Потому что здесь молодежи спорт и все, я думаю, этого всего хватает. И очень в достатке. Морозов прям молодец. Ну, я думаю, больше, скорее всего, каких-то развлекательных моментов, чтобы где-то провести время, то бывает мало таких мест. Я бы хотел побольше соревнований, допустим, вот по баскетболу у нас всего в год 2 соревнования, где-то это оранжевый мяч и в конце, вот в апреле. Я бы хотел, чтобы их было побольше, чтобы они были открытыми более, потому что мало кто знает, что они вообще проходят у нас в городе. Вот, и в основном только баскетболисты, которые играют, собираются. Вот. В первую очередь, мне кажется, чтобы было хорошо, чтобы построили скейт-парк в новом городе. Потому что у наших спортсменов нет комфортных условий для развития. Наверное, больше каких-нибудь развлечений, больше каких-нибудь вот таких торговых центров, каких-нибудь скейт-парков. Молодежь сейчас этим болеет. Я думаю, что нужно обратить молодежь к области культуры и более заняться этим вопросом. Потому что я смотрю на своих друзей и думаю, что это стоит.